Только что из Бразилии пришла такая трагичная новость, что скончался футболист Пеле. Я думаю, что все любители футбола, все поклонники спорта знают этого легендарного игрока. Даже те, кто его не видел, я в том числе, к сожалению, тоже не застал его эпоху, эпоху феноменальной бразильской команды. Пеле уже в юном возрасте стал чемпионом мира в 1958 году, потом в 1962 году. Завоевал второй титул и в 70-м в третий раз стал чемпионом мира. Это, конечно же, такое очень уникальное достижение. И если всегда вот эксперты футбола, спорта говорили о лучшем футболисте мира, то практически все называли единственную фамилию это Пеле. Вот, поэтому да, для футбола, конечно, такой день тяжелый. Я думаю, что, к сожалению, это ожидалось, потому что все понимали эту ситуацию. Вот. Но это произошло вот уже после последнего чемпионата мира. Вот многие сейчас спорят, кто лучший футболист мира последних там, десятилетий. Там, или Месси, или Роналду. Вот. Но эпоха в конце 50-х, 60-х годов, начало 70-х, я думаю, что там вот ни у кого вопросов не возникало. Конечно, было очень много легендарных футболистов в том времени. Франц Бекенбауэр тоже в том числе, который играл с Пеле в космосе в Нью-Йорке. Вот. Ну, конечно же, такая бразильская команда, которая блистала вот в 1958 году, в 1962 году, если посмотреть записи этих матчей, фрагменты, то я думаю, конечно же, это такая целая футбольная эпоха, которая уже никогда не повторится. И Пеле был самым ярким представителем этой команды, и уже вот в более таком зрелом возрасте, в 70-м году он уже больше играл, там, допустим, не на три атаки, а больше уже подыгрывал своим партнерам. Он уже меньше забивал, соответственно, но, опять же, его такая игра, она, я думаю, всегда останется в памяти болельщиков. Так что сегодня такой очень печальный день для футбола, вот, но, к сожалению, все это ожидалось. Вот, и поэтому, я думаю, что в Бразилии к этому уже были готовы. Вот, но, опять же, это один из величайших представителей мирового спорта. Вот если мы говорим все-таки про футбол, это, конечно, тоже один из таких знаковых людей, который превратил футбол в тот популярный вид спорта, который сейчас есть.